Белорусский спортсмен-паралимпиец Алексей Талай провел сегодня лекцию в Нижегородском доме народного единства. Я напомню, что Глеб Никитин в сентябре этого года передал благотворительному фонду Алексея Талая микроавтобус для того, чтобы он доставлял гуманитарную помощь на Донбасс. Мы постарались позвать тех ребят, которые, вот, так скажем, в свою жизнь еще только формируют некие какие-то дальнейшие шаги, и чтобы они правильно заложились, сформировались. Мне кажется, Алексей Константинович ничем не хуже, чем Ника Лучич, поэтому я думаю, что даже он, так как он по духу наш человек. Благодарность, добрые, понимающие тебя глаза, этот позитив, он и позволяет вот так активно действовать. Как отец четверых детей, я понимаю, насколько порой важен вот тот толчок и добрая история, и преодоление, которую я и могу поделиться с молодыми людьми, которым где-то кажется, что их проблемы невозможно преодолеть, и все слишком сложно в этом мире. И тогда на помощь и приходят вот такие герои книг, фильмов, ну и мой собственный опыт переживаний, когда, казалось бы, весь мир рухнул, когда я потерял ноги и руки, и многие говорили, что ничего доброго в моей жизни не будет.